Соглашение о создании 4 новых кластеров проекта «Профессионалитет» подписали в Приморье. Как сообщили в ведомстве, 4 учебных учреждения региона стали победителями конкурса на предоставление субсидий. Гранты на общую сумму 400 миллионов рублей колледжи получат из федерального бюджета. В 2022 году при первом же конкурсе всероссийском 2 кластера. В 2023 году мы выиграем 3 кластера. В 2024 году 5 кластеров. И уже подведены итоги, и мы как раз сегодня присутствуем на торжественном подписании, включении вот эту братью профессионалитета еще новых 4 опорных базовых колледжа и создается 4 кластера. Проект «Профессионалитет» обеспечит приток квалифицированных специалистов, которые будут развивать экономику региона. В результате обучения на предприятиях должны пройти не менее 85% выпускников. Их трудоустройство гарантировано. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.